Стихотворение на конкурс «Дети читают стихи». Исполняет Анастасия Ломакина, 12 лет, Ростовская область, город Каменск-Шахтинский. Агния Барто, в театр. Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой, мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки. Нам в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец-то я в балете, я забыла все на свете. Даже 3 помножить на 3 я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре. Как я этого ждала? Я сейчас вижу фею в белом шарфе и венке. Я сижу, дышать не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр грянул в трубы. Мы с моей подругой Любой даже вздрогнули слегка. Вдруг вижу, нету номерка. Фея кружится по сцене, я на сцену не гляжу. Я обшарила колени, номерка не нахожу. Может, он под стулом где-то, мне теперь не до балета. Все сильнее играют трубы, пляшут гости на балу, а мы с моей подругой Любой ищем номер на полу. Закатился он куда-то, я в соседний ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу. По сцене бабочка порхала, я не видала ничего. Я номерок внизу искала и, наконец, нашла его. А тут как раз зажегся свет, и все ушли из зала. Мне очень нравится балет, ребята мне сказали.